лошади в боксах. На старте участники приза победы. Приза Карачаево-Балкарского культурного центра. Внимание. Дан старт призу победы. Третья скачка. Трехлетние чистокровные лошади. Дистанция 1600 метров. Со старта повел Хан Аспарух. Тут же Семестр. Тут же эльфийский рубин. Лидирующая группа идет очень круто. 100 метров пройдено за 7,8 секунды. Впереди Семестр. Тут же эльфийский рубин. Тут же Хан Аспарух. Эльфийский рубин отпал на третье. Тут же Эвкин. Очень кучно идут лошади. Замыкает Монблан. Очень кучной группой идут участники скачки. Впереди Семестр, тут же второй номер Хан Аспарун, тут же эльфийский рубин Эвкинг. Эвкинг выходит на второе место, эльфийский рубин третьим. Скачка идет очень плотной группой. Впереди Семестр. На второе место выходит эльфийский рубин, тут же третьим Эвкинг, а тут же Аганор. Замыкает скачку Ричард. В левом повороте скачку ведет Семестр. Тут же Таньека в левом повороте выходит вперед. Тут же Семестр. Тут же Хан Аспарух. Эвкинг тут же четвертым подходит. Эльфийский рубин отпал на пятое. Замыкает скачку Ричард. Выход на финишную прямую. Впереди седьмой номер Таньека. По финишной прямой впереди седьмой номер Таньека. Тут же Семестр. Тут же Аганор. Очень плотной группой идут лошади. Бровкой, Селим, Таньека, тут же Эвкинг. Эвкинг выходит на второе место. Семестр, Эвкинг, Аганор выходит на третье место. Четвертым тут же Хан Аспарук. Уверенно финиширует Семестр, вторым Эвкинг. Третьим Хан Аспарух. Аганор, Монблан, Таньека и замыкает эльфийский рубин.